Давайте вас обнимаем. Так как, у нас тут только 22-го. Что-то грохочет сегодня. 22-го он прилет был. Окна повылетали, у меня новая крыша побитая. А там, упал снаряд. И получается, вот эти 4 дома, это уже позабивали. Окна позабивали, мы позабивали, подремонтировали под это самое. Там заборы улетели. В общем, туда дальше пройдете, посмотрите. Это вот только сейчас. Будем разоружать. Да. Вот сейчас мы проехали на улицу Лузина. Это хорошо, что народ начал вот в коробке уже упаковывать. Очень облегчает нам жизнь. Так что сегодня спасибо Краснодару. И не только, потому что вторая коробочка... Так, а ну покажи, Дим. Да. Вторая коробочка вот совместно. Это Астрахань. То есть продуктовые наборы от Астрахани, от наших городов и Краснодара. Сейчас мы их разгружаем. И мы ждем от фирмы «Август». Да. Скоро будет. Ой, да. А также вообще от всех людей, которые вот так формируют... Вся страна помогает нам. Да, вся страна. Спасибо. Вся великая Россия помогает нам. Обычный народ всегда, как, знаете, все для фронта, все для победы. Девушка, смотрите, я вам просто объединю. Сейчас много людей здесь не собирают. Почему? Потому что здесь очень частые прилеты. Вот мы стояли буквально 5 минут назад. Там сильно грохотало. Сейчас утихло вроде как. А вот как раз и окна вот повылетали. Крышу приняли люди, говорили, что тут. А вот, видно, нежилой дом тоже. Никто не живет. Вот осколками свежие побито. Ух ты, где-то уже туда в стороне аэропорта прилетело. Ну, это от нас пока относительно на большом расстоянии. Продолжаем загружать. Мы тут сняли там дома те, да? Да, я сейчас вот так смотрю. Здесь вон новые свежие пробоины. Да, это 14-й год. Ну да, вот это 14-й год. Тихо было, тихо, тихо. И два вот на нашей улице и на той улице. Разорвалась. Вот еще у нас продуктовые наборы из Крыма, с теплом из Крыма, Севастополя. В общем, наши города самые лучшие. Вот Крым еще там. Да, вот получается. И вот он Крым, да? Да. Наш Крым любимый. В общем, мы такой сборной солянки. Краснодар. Да, Краснодар. И опять Краснодар. Да, наши города вот передают продукты для жителей одного из самых обстреляемых районов. Очень много стариков и людей, которые не могут выехать вообще. Сейчас слышите выход где-то вдалеке. Куда же прилетит? О, прилетело. Ну, это в районе Песок, Первомайска, там в той стороне идут бои. Сейчас мы все выгрузили. Да, спасибо всем. Спасибо всем, кто помогает, друзья. Спасибо всем. Спасибо Астрахани, Крыму, Краснодару за такие прекрасные продуктовые наборы. Я предлагаю устроить угадайку. Кому чего, так сказать, вот, берете спиной, там и что, еще интереснее будет. А потом распакуете и посмотрите, кому чего досталось. В принципе, они одинаковые. Ну, три города, они примерно плюс-минус одинаковые. Астрахань, да, Краснодар одинаковые, Крым, наверное, одинаковые. Просто у людей какие коробки были, туда они и паковали. Ну, да. Ты же потом расскажете, как была угадайка. В общем, спасибо огромное. Быть добру. Быть добру. Мы благодарим вас за то, что вы приехали к нам. Не забываете нас. Помогаете нам. Все помогают. Тяжело, конечно, сейчас нам.